Я уверен, что многие, кто в свое время играл в GTA San Andreas, могут с уверенностью сказать, что в игре были многие полусимулятивные и интересные механики. Например, прокачка персонажа с помощью спортзала, или постепенное обучение пользования различными транспортными средствами на соответствующих курсах и так далее. Тем не менее, многие интересные фишки смогли ускользнуть из глаз игрока, и редко кто видел что-то такое, чего точно в игре не видел никто из знакомых, кроме него самого. Такой, например, осталась и следующая небольшая механика, которую наверняка мало кто замечал. Для проверки этой механики нам понадобится обычное такси, в котором мы подъедем к любой группе из другой банды, например, к Балласам. Для начала мы подъедем к ним просто так и встанем рядом, а потом посмотрим, как они отреагируют. Как видите, ничего не происходит. Поэтому давайте попробуем подъехать к другой группе Балласов, но при этом активируем миссию таксист. Да, как видите, во время какой-либо миссии ни одна банда не оставит вас в покое и будет пытаться прогнать вас со своей территории, не давая возможности немного подзаработать. Кстати, каждый из вас может повторить эту фишку самостоятельно. Уверен, вы не останетесь разочарованными. И я уверяю вас, если бы это было обнаружено лично вами, вы бы сразу захотели поделиться этим со своими друзьями.